Тиждень тому світ побачив новий X-Factor. Ой, вы пришли? Ну, раз пришли, тогда смотрите. Ведь сейчас мы вам покажем X-Factor, который вы никогда еще не видели. Ха-ха, готовы? Ловите. Вау. Послушаем? Не, да, конечно. Вони не бояться экспериментувати та бути непередбачуваними. А вот как все-таки правильно выбрать правильную песню? О, сейчас. Выключай! Выключай микрофон! Интересно, что получится, интересно. Класс, нравится? Вот и мне нравится. X-Factor вообще такая обалденная программа. Я прихожу домой и всегда смотрю, когда мне грустно, когда я веселюсь, всегда прихожу, мне через кассету вставляю в виде магнитофона. X-Factor. Итак, внимание, внимание всем. У нас 15-минутная готовность. Звук готов? Да. Камера? Готов. Тишина на площадке! Операторы, надеваем гарнитуру, будем начинать запись. Побачте першими тих, кому судилося сколихнути світ. А что вы там встали? Иди сюда. Дима, не бойтесь. Все вместе поем! Вау! Давайте нам, давайте, хорошего настроения. Джаред Лето только хотела сказать, стоит передо мной. Я говорю, бомба. Тут. Вы играете как нормальный, плечистый, здоровый мужик. Народжується. Легенда. Мы с вами в Ютубе столько просмотров наберем. У тебя все получится. Привет. Доброе. Как настроение? Хорошее. Вот именно больше всех меня впечатляет то, что здесь находится Константин Меладзе, потому что это уровень, я считаю. И кого он уже только не перевидел, не переслышал. Меладзе, улыбаемся. А если вот сказать, кто-то, кто вот на утро не забылся, а вот кто есть вспомнил... Есть у меня такие ребята. Да? Да. Ну, то, я откладываю анкетки, отбираю как бы тех людей, которые могут попасть вообще в число 12. Ничего себе. Если бы он мне сказал, я хочу с тобой работать, у меня, наверное, сердце остановится. Современная музыка – это как раз одна из немногочисленных таких отраслей в нашей стране, которая не в кризисе вообще. По музыке мы реально не хуже Европы, а может, лучше даже. Спасибо, хорошего дня. И увидимся. Вам, да.
я вот тут сижу и слушаю, как репетируют наши участники. И могу сказать вот с уверенностью, сегодня судьям будет на что посмотреть. Судьи, как вы там? Держитесь. Давайте жертву нам. Да. Умца.